Артемьев Павел Александрович, 1985 года рождения, родился в городе Киеве. Проживаю в городе Киеве по адресу проспект Правды, 45А. И скажите, за что было затримание? За то, что выложил видео передвижением техники 24 числа в ТикТок. Угу. А что за техника была? В каком районе? Техника была в районе торгового центра Ретровиль. Акации были, две акации. Зрозуміло. Усвідомлюєте, що це робити неправильно? Да, до чого це могло призвести? Да, я повністю осознав, переосознав свою ошибку і прошу прощення у всіх, хто тому причинив боль, не знаю, як іскренне прошу. Може, щось хочете додати для народу України? Да, не делайте, никогда не снимайте, ничего не выкладывайте. Даже просто, я не знаю даже, что сказать, никому не рекомендую.